Смотрите, какая кожа старая. Лицо опустилось, брыли. Кожа такая, вся морщины. Короче, в шоке. Ужас. Старость. Но я еще в этом году не делала пилинг из бодяги. Луковый я делала, из бодяги еще не начинала. Я обычно всегда осенью делаю два раза. Успеваю сделать до Нового года или после Нового года еще. Сейчас начну этим заниматься. Горячая вода. Бодяга и нанесу на лицо на полчаса, разбавлю горячей водой, нанесу, за это время лук подготовлю и потом луком сделаю еще пилинг луком. Надо что-то делать, это не дело, это конечно не дело. Ну и волос надо покрасить, брови, привести себя надо в порядок, но главное это брыли, вот эти брыли, кожа обвисла, это все надо делать. Парафиновую еще маску. Нашла я бодягу, но что-то я расстроилась. Там у меня было совсем чуть-чуть, вот вообще чуть-чуть. И она уже давно у меня довольно лежит. Не знаю, получится что-то из этого количества или нет. Но сейчас приготовила лук. Буду делать еще пилинг луком сверху бодяги. Возможно, тогда что-то и выйдет. Вот лук. Я чесночницу выдавила. Сейчас салфеточку соберу и буду водить по лицу. Минут так 10, наверное, по массажным линиям положу. И, в общем-то, можно будет смывать. Луком, конечно, буду пахнуть. Но я сейчас с лимончиком воду сделаю, потом протру лимоном. Лицо будет нормально. Не знаю, что-то вот сомневаюсь, что что-то жгет, но это не сильно. Очень уж мало жгет. Вот теперь зажгло. Ой, лук пахнет. Глаза слезятся. Я аж по массажным линиям вожу. Фу, слезы вон текут, смотрите. Это слеза. Все морщины, которые самые глубокие, обязательно. Вокруг глаз тоже. Кстати, то, что слезятся хорошо, это лук содержит, тут как-то он на Т называется, забыла, память вообще после короны нет. Короче, он не только кожу заживляет, восстанавливает, рубцы убирает, но и зрение улучшает. Капли глазные содержат то, что вот содержится в луке. И когда вы разрезаете лук, вот это вот ощущение, что глаза слезятся, это как раз очень хорошее действие на зрение оказывает глазкам. То есть у меня сейчас двойная польза. И глазам вместо капель. И коже. Они проникают в глаза. Летучие эти вещества. Ну, забыла, говорю. И прям. И, кстати, это недолго эффект слезы. Он проходит, и потом все уже глаза спокойно реагирует. То есть вот я мажу сейчас, уже все прошло и никаких проблем. Это только вот первые несколько минут. Кожа уже горит. Замочила я, у меня лимонная жопка была такая вот. Оставалась в холодильнике, лежала от масок. Я ее замочила, водичка осталась, еще буду протирать лицо. А сейчас просто вот этим вот буду после того, как смою, протирать, чтобы не было запаха лукового. Это хорошо помогает. Лимонная водичка, мятная водичка. Мяту замачиваете, тоже кашицы протираете. Можете лимон с мятой, можете по очереди. Хорошо поможет. Волосы, если попало на волосы, вот с волос надо смывать тщательно и не один раз, чтобы избавиться от лукового запаха. Так, пошла протирать. То есть я думала, что у меня ничего не получится, мне этого не хватит, но теперь у меня явно все сойдет. Прям сильно горит, прям вот везде горит. По всему, где вот бодяга доставала, потом лук, потом лимон я провела. Где лимоны провела, посмотрите. После того, как я все это сделала, то есть лимоном смыла, ничем мазать нельзя, ни кремом, ничего. Лицо не мазать все 3 дня. Кожа должна шелушиться. Предлагаю оценить результат вечер. Лицо все красное. Когда проводишь, щипится.
Но. Морщинки такие, нависшие, что-то все такое исчезло. Ну, вот такая вот картина маслом. По мне, так лицо стало моложе. Подождем, пока все отшелушится. Кожа будет молоденькая. Ну и с глазами надо что-то сделать. Патчи понакладывать, убрать такие выраженные морщины, увлажнить. Ну, чтобы как-то получше выглядело. Потом, конечно, еще не мешало бы и от брыли избавиться, то есть сделать парафиновые маски раз в неделю хотя бы. То есть подтянуть. Вот это вот безобразие. Ну, лицо, камера не передает, оно все красное.